на такой вопрос я бы ответил, знаете как? Вот на тебя напали, сейчас на тебя занесли нож, кинжал, и уже готовы тебя вонзить. Что бы ты отдал за то, чтобы тебя только не убивали? Все, что угодно. И мы это слышим, читаем всюду, ради Бога. Ради Бога только не... Все вам отдам. До последней копейки, до последней ниточки, все отдам. К чему я говорю это? Мы всем своим существом чувствуем, какое великое благо то, что мы называем жизнью. За жизнь готовы все отдать, даже просто за жизнь. А если когда мы слышим в откровении, что, оказывается, Бог сотворил человека для блага, а не просто жить, и что это благо имеет потрясающий уровень, какой, о котором говорит Господь, называет это Царством Божьим даже, когда то тогда становится понятным, зачем сотворил, для блага, блага, которое означает удовлетворение всех естественных потребностей человека. Каких? Истину, познание истины. Красота, от которой человек готов чуть ли не в экстаз прийти, в обморок от восхищения, созерцание этой красоты, благо, то есть наслаждение, то есть все, все, что свойственно человеку как образу Божьему, все это будет для человека и человечества. Вот для чего сотворил Бог человечество.